kind of weird. О, тигр в шляпе, блин. Ну ладно, давайте F4. По классике. Yeah. Меня right. это... ему 6, мне дали того около 6,5. То есть его подняли. The fact that I was not lost 7 из 10, только 43 место. Я же на тачку и титульник играть. Good. Ну да, титульник это сложно. So we're gonna play this Гата всегда, по идее, одни и те же схемы играет, хотя вот в этот раз сыграл другое. В тот раз он со мной играл как-то через слон F5. This is how Sam Sivian played against me. Типа лондонской. Knight C3. Knight C3 is... По идее, D4, конь E4, есть какая-то такая теория. Вроде чуть похуже будем стоять, но посмотрим. Да, D4. Давайте так, ладно. Заберу, если съест. Сейчас чат откладываю. E5 должен ходить Гата. Я думаю, да. E3 можно ли? Наверное, да. Там жертва пешки на B2 возможно, но ничего страшного. Я думал, тут съем. EF взял. Давайте возьму. Не страшно там. Взял. Well, the value of these two pawns is... Так, а если на D8 перебить... Взял ладья B1, он ушел, и на C7. Может, нормально. На C7 подвисает, поэтому я издалека видел, что пешку не теряю. Ну, посмотрим, что получится. Вообще, у меня, может, и чуть похуже из-за пешки E4. Все-таки слабоватая. Ладья D7, интересно. Я думал, ладья E8 будет. Так, окей. Отступить надо. Теперь он сюда пошел. Слон D6, ладья E6. А, нет, ладья E4 же. У меня пешки порыклее, но я тут на какую-то активность надеюсь. Give me a tempo. Ладья 1, слон G4, да? Давайте попробуем так. Что он тут будет делать? Наш тигр. Very interesting. Ой. Ческом этот. You know, I just play bishop e6, whatever. Так, пешка подвисла. Слон d6, ладья d7, e5, слон a2. Стоит ли так жертвовать? Наверное, нет. I'm давайте a3 тогда. Be cool. Тогда a3. Так, f6 я все-таки вызову. И куда-нибудь вернусь. Слон e3, наверное, b6 будет. Ладно, пойду так. Не, не ходит b6 Гата. No, but come on, you have ruined pawn structure, you don't have e5. Слона можно перекрутить куда-то сюда. Слон e4 немножко неприятный ход. Но там разберемся. Так, если a4, то он хочет... Что хочет? Слон b4, наверное. Да, это неприятно будет. Может, слон b5. Слон a3 взял... А, конь d4 не могу. Какие-то эти... Компрандер, друзья приходят на ческоме. Компрандер. Блин, у меня времени уже меньше. a4 неприятно, слон b4 будет. Слон f8. Хороший ход. Ладно. Пофиг. Okay. Как хорошо играет соперник. Надеюсь, сам играет. So probably it's b6, yeah. О, офигеть. Он мне это позволил? Странно, я думал, слон b4 будет. Тогда поменяюсь. Линию хочу захватить. Ай. Ладно. Блин, это неприятный ход был. Конь d4, конь e5 не хочу позволять. Если так. We'll check. Should be okay, but maybe unnecessary. Странно, что Гата 100 лет продумал. Maybe тут. Out of... Я думал E5 пойти. E5. Mm.
Взял, взял. Ладья f3 потом побью. Можно, мне кажется, держаться тут. Так, сюда ходит гата. Alright. I'm okay with that. Oh, 95. Ah, you tricky. You tricky dude. Ого. You tricky dude. Он так. Actually, this is not. Я один, слон, ладья e6, слон d4, ладья e2, опять. Взяли, взяли, шах ушел, ладья f2, ладья a1 вернулся. Okay, he still has to make some accuracy. He still has to make some accurate moves here. Посмотрим. A5 does not look good. Rook c5 looks okay. Блин, это неприятный ход. Yeah, that's good. Ай. Я не понял, почему мне гата позволил пролезть сюда королем. Великого Гату Камского обыграли, перестучали. But, да, okay, отфартило немного. Ну, на самом деле, там была ничейная позиция везде, но Гата все-таки медленный. Тем мы это и доказали и в прошлом видео, и в этом, друзья. Oh, just play b5 and take on a4. В том видео, в партии. My god, I knew I was missing something. B5, take on a4, Jesus Christ. Ух-ух-ух, нормально. B5. Победа, друзья. I'm very, very slow. Так, ладно, хорошо. Давайте глянем. Там у меня где-то, наверное, похуже было с дебюта. Why not B5 on many occasions? Because I don't see it. Да, кстати, ноль ошибок, ноль зевков, I'm ноль пушных побед. Ровненькая партия прошла. С великим Гатой Камским. Sort of который даже против... Because if you take on A4, doubles your pawn. Использователей движков... Ничьи дела. I mean, at this point, doesn't matter really, because Камский может и забанить.